Удивительный час. Приветик всем. А вы не хотите узнать, почему у меня так долго не было? Но на самом деле вся проблема была в моей камере, потому что камера у меня была просто убогая, и снимать на нее было просто невозможно. На самом деле, приветик всем. Вернулась-то девчушка в видеоблогинство, да? У меня вчера была ДРшка, да. У меня цветочки, кстати, стоят, вот, поэтому, типа, фон. Итак, как я не писала сценарий к этому видео и даже не продумала его, потому что я просто хотела скорее уже снять что-нибудь на эту камеру, я решила пройтись по своим фоточкам в инстаграмчике и пройтись по самым основным событиям, которые произошли за это все время, что у меня не было. Так, ну, если смотреть на первую фотографию после Германии, то есть я побывала на каникулах будущего, это было летом, я очень много с кем там познакомилась, очень много позитива, но это я уже не помню, что там было. Дальше мне идет фотка братика, да, моему братику уже 1 год и 2, я очень счастлива, посмотрите, какой он милый, я не знаю, это на большие заботы, то есть нужно все время бегать за ним, убирать, там, не знаю, помогать, но все-таки это того стоит. Гуляния, гулянки, ну лет все-таки. Дальше. Основное событие, наверное, после концерта «Руки вверх» — это концерт Мота. На самом деле, у меня остались очень большие впечатления от этого концерта. Если вы не знаете, такой Мот, это не важно. Просто для меня была даже самое главное — это вся атмосфера, на которой мы находились. Все, что произошло в этот день, столько событий, я не знаю, я не могу передать словами. Дальше лето, фотки ног, фотки косметики, фотки тела. А у нас в Калининграде есть такое место, Дом Советов, который, типа, заброшенный дом. То есть в нем должны были работать, но его забросили, и, ну, долгая история, в общем. Я побывала на этом Доме Советов, это было офигенно. Причем больше половины, по секрету вам скажу, она платила за это все. А мы с Анюткой не платили, вот, лакшери. А я много выступала, дни города разные, там барабанили с барабанщицами. Уже год как хожу на танцы барабана, очень классно, мне очень нравится. Дальше лет опять фотки ног, фотки фигуры, фотки выступлений. Я съездила второй раз в свой любимый лагерь, МГ. Жасис Гениус, то есть маленький гений называется. Я не могу это передать вам на камеру, но это было очень классно. Мы делали разные мероприятия, мы ходили, гуляли по Старому Гданьску, выполняя разные задания. У нас было очень много разных интересных игр. Мы воплощали в жизнь голодные игры, плавали в бассейне. Это было неописуемо, на самом деле. Я мечтаю поехать еще раз в этот лагерь. Офигенный кадр с колеса обозрения. Я счастливая, счастливое лето закончилось. Начинается уже школьная пора. На самом деле, я очень рада, у меня очень классный класс. 11, кстати. Вот с этого года как-то все пошло более интереснее. У меня каждые выходные что-то происходит интересное. Мы куда-то идем, развлекаемся, веселимся. Также я еще поучаствовала недавно в показе. Показ одежды Black Star, да. Это было очень интересно, мне очень понравилось. Правда, прически были не очень. Но сама суть того, что мы участвовали в показе, это было очень круто. Недавно съездили в Польшу с своими друзьями, вот. Одни. На самом деле было круто, но 4 часа туда, 4 часа обратно, и просто я пришла и вот так сразу завалилась спать, в общем. А вот вчера, наверное, была самая важная часть, это моя ДРшка была. У меня тут очень много подарков. Знаете что? Я была очень рада. Наверное, другие там были бы рады тому, что вот им подарили. Вот мне подарили вот эту штучку, да? Мне подарили там, не знаю, чехол на iPhone. Но самая главная часть этого подарка была Нутелла. Если вы понимаете, о чем я. Нутелла — это просто одна из составляющих моего счастливого времяпровождения осенью или зимой. Ну и так как особо мне пока рассказывать вам нечего, и особо я тем не придумала для видео, покажу-ка я вам подарочки. В общем, мне подарили носочки. Носочки H&M, я думаю, это вообще очень круто. И там лежали у меня вот чехол. Подарили мне на iPhone 5. Мне подарили вот здесь вот очень много сладостей. Здрасте. А знаете, кто я? Шуткаешка. Цветочки 17 роз. На мне вот эта штучка. Пандора, Сваровски, серебряная. Обожаю эту штучку, просто моя цепочка уже порвалась. Подушечка, с которой я не расстаюсь. Привет, ребятки, которые мне ее подарили. Она, на самом деле, очень классная, мне нравится. И я иногда даже хожу вот так по дому. Вот. Мне подарили конфетки. Вот такие. И денежки. Я ходила еще в салон. В этом салоне мне сделали волосики, там типа помыли,
это маску сделали, ламинирование типа какое-то сделали. Мне понравилось, на самом деле, волосы такие мягкие стали. Еще мне подарили, не знаю, что такое, наверное, гель для душа, смолочку для тела, прикольно, и очень много сладостей. А угадайте, кто сейчас на диете? Вы поняли. Угадайте, кто следит с диеты сегодня? Ну, вы поняли. Друзья очень хотят, чтобы у меня была хорошая фигура. Вообще, на самом деле, основной подарок — это то, на что я сейчас снимаю видео. И если бы не этот подарок, то, наверное, я бы и закончила с видеоблогерством. Nikon D5100. Выбирала такую, чтобы был поворотный экранчик на ней, все дела, такая, чтобы модная была, хорошая. А серьезно, то у меня уже разряжается камера. И я хочу сказать вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Больше таких фраз типа «Привет, с вами снова Вилка» не будет. Фраз типа «Ставьте лайки, подписывайтесь на канал» тоже не будет. Надеюсь, что вы верили в меня, что я начну снимать видео. Ну, в общем, вот и я. Вот я. Вы сейчас смотрите видео. А сейчас я хочу вам сказать покасики.